Галкин. Мы записывали программу как раз на мой день рождения. Такая программа хорошая получилась. Мне все говорили, слушай, ну круто. Обычно они такие какие-то, ну, слащавые, вот все друг друга хвалят. А тут была такая какая-то единение среди актеров не очень приятных. Дима Маликов пел песню, я даже прослезилась. Как-то было хорошо. И я смотрю, Галкин все выбегает и возвращается, выбегает и возвращается. А он вел эту программу. И мне говорит, хочешь выпить? Я говорю, да нет, говорю, вообще у меня свое есть. Ну, так как-то шутили тоже. И он все бегом туда-сюда, туда-сюда. И я все думаю, что такое? Никогда он так себя не вел. Не пыталась это как-то объяснить. А что это было? А это было, что он на следующее утро эмигрировал, уехал. Последний эфир был? Да, последний эфир был про мой день рождения. Я его тоже, я ведущий великолепный. Ну, а человек? Я не знаю, какой он человек. Только знаю, что он сволочь.